Yeah.
восьмой год выезжают по нашей огромной стране. Мы бываем в разных республиках, мы бываем в разных местах, и нас везде принимают вот так гостеприимно, как у вас. И, наверное, это, наверное, потому что мы живем в такой многонациональной стране, где генетическая память народа мгновенно срабатывает. И неважно, популярны мы, непопулярны, главное, что мы популярны в душе человека. Потому что все то, что мы делаем на сцене, это делали и создавали когда-то наши предки. Спасибо вам за вот такое единение духа. Спасибо всем тем артистам, которые находятся на сцене, и профессиональные коллективы, и самодеятельные коллективы. А давайте поаплодируем всем коллективам, всем коллективам, которые принимали участие совершенно в этом замечательном проекте «Фестиваль Марафон Песни России». Аплодисменты коллективам, которые представляют Кировскую область. Всем участникам нашей программы вручается грамма для фестиваля марафона «Песни России», да. Народной артистки России Надежды Бабкиной. Аплодисменты! Народный песня-танцевальный коллектив «Белая колоница». Спасибо, Лайка. Народный танцевальный хоровой коллектив «Лысь Кутюр».